Здравствуйте, вы смотрели проект «Детки в эфире» в студии Алексей Садилов. Мне 8 лет, я ученик 3 класса школы номер 20. В наше время вести здоровый образ жизни не только модно, но и полезно. Существует много видов спорта. А какие спортивные направления любят жители нашего города? Скажите, пожалуйста, какой вам вид спорта больше всего нравится? Я предпочитаю художественную гимнастику, потому что я работаю тренером по художественной гимнастике. Конечно же, хоккей. А что нужно для того, чтобы стать хоккеистом? Конечно же, желание, стремление самое главное. И все получится. Я люблю очень смотреть по телевизору разные соревнования. Я сегодня пришел в Ледовый дворец «Сокол», чтобы узнать про один из видов спорта – хоккей. Команда «Сокол» 2008 года рождения уже сейчас принимает участие в различных турнирах. На одной из тренировок я познакомился с ребятами, тренером команды, и узнал много интересного об этом виде спорта. Как оказалось, научиться кататься на коньках не так просто, но при желании все получится. Я даже смог забить гол и получил массу положительных эмоций. Я думаю, это не последняя моя тренировка. Я еще не раз смогу доказать свое мастерство. В хоккей играют настоящие мужчины. Я смог в этом убедиться лично. Привет, а как тебя зовут? Привет, меня зовут Паша. Паша, а почему ты решил заниматься этим видом спорта хоккей? Мне этот спорт давно очень нравился. А сколько ты занимаешься этим видом спорта? 2 года. А чем тебе нравится хоккей? У меня есть команда, я стал сильнее. У нас скоро будет еще первенство в Казани. Там будут сильные разные команды. Саш, а чего ты хочешь добиться в хоккее? Хочу много голов забивать и хорошо защищать ворота. А какие качества вырабатывает такой спорт, как хоккей? Смелость, мужественность, сила. А сколько ты голов уже забил? 9. А как ты думаешь, у меня получится играть в хоккей? Ты пойдешь со мной на тренировку, попробуешь. Я очень много услышал, и я тоже захотел попробовать выйти на лед и стать настоящим хоккеистом. Я вроде бы готов, и я пойду делать первые шаги в хоккее. Будущим чемпионом. Мне очень понравилась тренировка, и я всем советую заниматься хоккеем. Что нужно для того, чтобы заниматься хоккеем? Для того, чтобы заниматься хоккеем, нужно, во-первых, прийти сюда на стадион, записаться в команду и купить себе коньки, в первую очередь, шлем, и ходить заниматься, то есть потихоньку, помаленьку учиться кататься на коньках. В будущем, чтобы стать хоккеистом, может, даже звездой мировой. Есть ли у вас в «Соколе» такие хоккеисты, которые добились высот? Да, конечно, у нас в «Соколе» есть свои воспитанники «Ночи Боксарской», которые играют в командах континентальной хоккейной лиги, высшей лиги. А какие качества вырабатывает такой вид спорта, как хоккей? Хоккей вырабатывает очень много хороших качеств. Это дисциплина, характер, мужество, коллектив, то есть сплочение. Также у детей развивается, не знаю, логика лучше, они становятся более, они быстрее начинают думать. А как вы думаете, у меня получилось заниматься хоккеем? Почему бы нет, приходи, попробуешь, покатаешься. Спасибо большое, я обязательно приду на хоккей. Уважаемые мальчики и девочки, приходите на хоккей. Мы набираем набор 2007, 8, 9, 10 годов рождения. И будем рады видеть вас в нашем дворце и научим вас
кататься на коньках, и вы станете настоящими хоккеистами. А я на этом прощаюсь. С вами был Алексей Садилов. Еще увидимся!